24 октября 2018 года. И все, нету, еще нету холода такого большого. Еще пришли? Ко мне пришли они. Гули-гули-гули. Сейчас я им дам. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Вот я им бросил тут. Гули-гули-гули-гули-гули. Закашлял что-то. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-г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 ули. Вот она где. Ну-ка идите скорее сюда ко мне. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Скорее идите сюда, скорее. Вот они мои гуленьки. Это с пятышком вырос у меня в комнате. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Вот они где, вот они где. Но как можно не любить гулей? У злого человека они не водятся. Вот это еще люди не все знают. У нас в «Алтайской правде», газета губернская, большая статья была таким названием. У злого человека голуби не водятся. Вот так. А у меня три голубятни. Вот они. Красавцы какие. И вот прилетел откуда-то неизвестный. Ох, какой хорошенький. Да с шиньонщиком. А эти как бы дикари у меня. Они помогают этим не болеть. Гоняют их своих. Вот они прямо вплотную ко мне подошли. Вот я на крыльце стою в валенках. Гули-гули-гули, да сколько их у меня много, а? Там 40. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Скорее идите, скорее. Вот они идут. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Остальные там где-то наверху. Раньше было выйду, так они на руки садятся. Воркуют, комнату открою, в комнату заходят. Но, ой-ой-ой. Вот они прямо подо мной. На расстоянии меньше 2 метров. Я стою. Вот они, мои дикари. Там у нас качели для ребятишек. Вот они, 4 качели. 3, 4, да. Сосед отстраивается. Младший брат говорит, приехал. А того куда-то увезли в Рубцовку, как мне сказали. Там что-то православное, то ли психиатрия какая. Что-то совсем запился, и беда с ним. Вот они где пьют воду. Воду заносим в комнату, а утром теплую, а иногда делаем горячую, чтобы она остыла здесь. Вот она где. Ну еще, ждете еще, чтобы дал я вам? Нету больше, все. На завтра оставить надо семечки. А семечки любят желанчики, это большая синица. Сейчас пойду опять кормить надо. Собак кормить, далеко ходить. Здесь мне не разрешают собак кормить. Вот у нас своих. Тут у Надежды Васильевны кошка и 2 котенка. И у меня 2 кошки и котенок. А тут черненькие приходят, ничьи. Мы их прикармливаем, 6 штук. Бегают, мышей ловят. Вот они где. Да вот они все собрались. За мной следом идут, а... Да хорошенькие мои, а? Голуби, голуби. Ну-ка, давайте, давайте. Хотел бросить, испугались. Ну, все пока. Все пока, голуби. Ну-ка. Ой. Ну-ка, что тут они у меня, а? Вот они где. Уселись. Ну, все теперь. Залетают уже.
домой. Пора уже, 4 часа. Вот они как рассыпались. Но вот они подошли рядышком. Слава тебе, Господи, какую красоту Бог дает-то. Продлилось бы мир на это время. О голубях у меня написаны гимны. Голубка, я с детства люблю вас. Вот этот дабоносый. Какая порода, не знаю. Подарили военные. Пришли на дом и возьми, возьми, возьми. Там погибли в Афганистане люди, мы ради них тут. Ну, вроде тот любил голубей или что-то такое. Вот он какой, дубоносик. Кажется, так он у меня появился. Иногда молодоженам дают их сфотографировать, а потом они отпускают. Там рублей 300 берут за это. Ну и, может быть, который не долетел, ко мне тут залетел. Но вот прям на этой лестнице однажды сидел ястреб и голубей. Как только слетает, он их хватает и улетает. Ну, крест мы с деревянной сделали, не, из реек-то. И вон туда унесли ребята, вон тот тополь стоит. Вон там-то поля. А там внизу протока такая, еще дальше маленько, там опь. И туда повесили, святой водой покропили. И больше он ни разу не прилетал. Видели, там вдоль тополиной аллеи-то влетел, а сюда уже не заходил. Во времена, наверное, Златоуста паломников там душил в лев. Крест осветили, поставили, потом только воняет что-то. Пошли, он дохлый лежит, все. Сила креста, по вере вашей, да будет. А то крест ничего не значит. Как? Оружие на дьявола. Надо испытать. Вот бегут сюда. Да, миленькие мои. А. Ну, не могу я вам все семечки отдать за один раз. Вот сейчас только собрание прошло. Вышел, иду домой показать наших голубей. Какая красота. Уже познакомили с ними все люди. Так, что хотел себе? А у Михаила книги надо забрать. Они там мертвым грузом лежат. Надо забрать, надо сказать ему, если они нужны, чтобы он принес сюда. И так люди разберут. У вас это левый глаз вот тут нагноился. Его нельзя трогать, он болит. Так, ну все тогда. Ага, спаси Христос. Благодарю. Ты сразу-то не сказал, что ты там взял, когда-то платил. Я спрашиваю, ей платил, нет. Она книгами распоряжается. А ты мне этого не сказал, и поэтому у меня, естественно, возник вопрос. Она не отпускала, не продавала, и у тебя книги, склад целый. Ну, она говорит, Людмила... Ну, это типа, когда-то говорит, было. Ты почему мне не сказал это? На 85 тысяч. Ну, вот так. Голуби. Прекрасно. Солнце светит. И облачка нету. А ведь уже 28 октября. Необыкновенная осень. Первый раз открыл их. Посмотреть, как они вылетят. Thank you.
и в коробке тесно, и наружу выходить опасно. Решетку убрал, и не вот. Вот так и человек. В новой обстановке все хорошо, а что-то томит душу. Голубь, птица многому научает. Хотя она не и считается какой-то умной. Это не ворона. Глуп Ефрем, как голубь, сравнение с глупостью. Овечка и вот голубь. Овцу избрал Господь и голуби. Отсюда вязано видно, что из всех творений, все какие есть, человек самое глупое создание. Подвинулся к ней голубки. Она дубоносая, другой породы. Попятилась. Так, первый шаг сделан. А как она поведет себя? Потому что у них опыт есть, что везде опасность. Это голубь, самец с кахалком. Щупчик у него. Это самочка, голубка. Можно встать чуть-чуть, пугнуть, но этого нельзя делать. Потом они залетать не будут. А мне нужно приучить, чтобы сами залетали, закрывать легко было. А кошки все три мои сидят в погребе, их выпустить нельзя. Иначе они из них обед сотворят. Если сейчас в скайпе кто-то позвонит, я обязан подойти. Но чтобы они не залетели на кухню, я в двери закрыл вот таким полотном. Вот. Вот полотно маленько убираю. Там видно стол. Все там есть. Темновато, правда. Но еще можно увидеть.
Теша дверь. Чтоб туда не залетели, там горит печка. Если они сядут на плиту, сразу сгорят. А вот это не годится. Полетел к иконам. Я приготовил кровать с Володей. Вот Володя спит. И там вверху все застелили бумагой. Вон видно, бумагой висит. Прижали бумагу, чтобы ветром не раздуло. Они, видишь, куда полетели. Это они сейчас запоминают, как пчелки. Где же их гнезда? Она уже в гнезде гнездится. А тут надо, чтобы он ее сел, доступ имел ей. Потоптал. А там они за окном видят, там воробьи у меня шикуют. Не знаю сколько. Но думаю, 30-50-то есть. Я их кормлю каждый день. О-о-о. Ой-ой-ой. Куда они? Я там просто не повешаю. Сейчас же повешу и оттуда их отобью. Ну-ка, давайте оттуда, это мне не нравится. Ну-ка, давайте оттуда. Я сейчас подойду сюда, чтобы их спугнуть. Ну-ка, давайте, голубка, проходите. Ну, давайте. Давайте, ну. О, даже не боится на таком близком расстоянии. Ну-ка, давай. На вербочке сидит. Давай. Вот все. Они сели туда, куда надо. На бумагу. А бумага их волнует там. Ну все, дальше ничего нету. Куда хотел. Там он будет с ней, вот он к ней. Вот мои голуби свободно летают по комнате. А в это время кошки закрыты. Ничего тут такого нет в этом. Выходят, около меня уже летают. Вот сейчас сел, заметил меня, сантиметров 30 рядом. Посидел и отошел. Интересно, он какую полюбил. Она сзади вот эта. Я зову дубоносы. Я им тут семечек подсыпаю. Они семечки любят, страсть как. Рождество сегодня. Гули надо погулять. Скорее кошек спрятали. Подманул их рыбой на верхнем этаже. А это гули. Они у меня летают по комнате, а потом сами залетают. 7 января 2019 года. Ну, гуля, гуля, гуля. Выходите, давайте. Ой, молодцы какие. Вот перелетели туда к окнишкам. Теперь он ее уже целует. Делает вид, что что-то насекомых у нее ищет. Привлекает ее к себе. Потом насмаливает клюв под крыльями где-то у себя. Там ароматизаторы у него стоят.
Интересно. Потоптал ее мужчина, потерял силу и крылья распустил. Перед ней какой стал сразу, как вот шар проткнутый. Это голуби. Тут любовь настоящая. Ну вот достиг желаемого и сразу паник, все, ничего нету. Она даже мужей нету, бодренькая. А он перед ней, главное, как сразу расквасился. Все. Посмотри на его глаза-то. Можно подумать, его неделю не кормили. Вагон угля разгрузил. Она еще там платьишко свое защищает. Пожалуйста. Она снова готова любоваться. Вот он подлетел, как все. Мужская сила изошла из него. Почему Яков говорит, сын крепости моей, когда еще был в силе? А то Чарли Чаплин в 73 года женился. Олег Ашанин тоже женился. А в окно смотрит, она с садовником любуется. Развелся и скорбел остаток жизни. А нужно ему это было. И вот показывают, там артисты всякие все. Ну, а Кобзон про своего отца рассказывает. Вот евреи какие блудливые были. Были, а может и есть. Легко жену оставил с детьми, бросил, как будто бы нет еще столько лет жил. Вот считаешь, Евтушенко, четвертая жена. Я уж не говорю Высоцкого. Вообще безразмерное все. Это все Библия запрещает скотство. Вот так. Она спустилась вниз, уже на гнездо пошла. А он сидит, что ж дальше делать-то? Идти на танцплощадку, никого нигде нету. Она, видно, вон там, вон она долбится. Ест. Она уже в столовой. А он смотрит, это как же так, без меня. Какой у него гребешок, воротник поднятый. Жабо. Как у французских революционеров. Вот все проверяет, где у него... Не знаю, что он ищет, в шее ищет или еще. Залетели сейчас в кухню. Вот пошел за водой, и вот это не свесил тюль. Прихожу, их нигде нет, они уже там, над столом. Так он раз за разом сюда залетает, она там кверху забилась и боится. Нигде не была, видать. Она у меня подкидыш. Кто-то привез и подкинул. Ну, еще вот она вышла, про нее разговор. Дубоносенькая красавица. Подкрепилась, а вышла. Кошек пришлось меня загнать в подпол, иначе они их скушают. Вот подпер, видите, палочкой. Там фанерка на лазе, на отверстие. А сверху в несколько слоев сшитая материя. И вот подпор. Столбик там маленький, видать. Их никто не тронет. Я каждый день 3 раза их выпускаю. Вот считаешь, и везде у них первая жена, вот там у Жукова, у маршала Жукова. Сколько их там было? А все одно и то же. Не забывай, однажды приехала какая-то принцесса в советское время, там, ну, это где-то 59-58 год, так примерно. Я зашел в общежитие, а там парень такой боевой, газету считает принцесса. Вообще-то здорово с принцессой, вот, все это, ну, переводит на свою тему. А потом говорит, ну, принцесса, вот она так выглядит, одета, много на ней всего. А как подумаешь, что она утром тоже та же, как я, в туалет ходит, и думаешь, никакая ты не принцесса.
Интересно. Ну, фактически это так все. Вот они что-то и щишут. То ли клопы, то ли это такие есть. Заедает. И бывает вши надо мазать чем-то, если есть. Их надо пропитывать чем-то, там, тряпочкой промазывать, не знаю. Надо посоветоваться. Это умерла дробот Настя-то, она ветеринар была. Все. Мне не хочется, чтобы голуби туда залетали. Там простору нету. Я потом взял, картоном забил. Вот. А сюда сейчас, чтобы они вылетели на кровать, там лучше. Вот так. Опустил эту шторочку из тюля. Нужно, чтобы сами выходили, не нас не выкидывал оттуда, а сами постепенно вышли. Такая свобода им дается, что они привыкают, возвращаются сами. Там семечки насыпал, они их поедят здесь на приступке, чтобы обратно им хотелось вернуться.